Всем привет! Пришло время делать второй этап обработки двигателя нанопротеком. Двигатель и коробку. Сейчас сливаем старое. А посмотрим, что оно все будет твориться в масле. Ну? Оно не хочет. Не хочет, но с машины уходить, да? Оно привязалось. О. Ух. О. Тихо. Ну, типа, все ляпать не надо. Ну так, что-то еще типа прозрачное. Хотя заливали мы его 1000 километров назад. Ну да. Хорошо, он почистил там все. Отлично. Так, все масло с коробки все слили. Вот так вот. Пришла очередь с двигателя сливать. Так, купаться мне не сильно хочется, конечно. Ну, ты ж аккуратненько. Хоть. Не падать. Намотала. Стрёмно. Тихо. Опа. Какой она тёплая. Какой она красивая по цвету. Чёрт. Чёрт. А у нас всё время прозрачное масло. Всё время. Тихо. Подстава. Короче, нанопротек там походу чистит конкретно это все. Видишь? Да вижу, вижу. А я меняю масло обычно получается раз где-то 7-6 может даже. Да, по-моему, где-то так мы меняем. Да, если да. Не в 5, наверное, вообще 1000. 5-6, да, по-разному получается. Да, 5-6 тысяч, короче, меняю масло, оно прозрачное все время сливается. Видишь, а после нанопротека черное. Так что? Последняя капля. Надо досточку сначала. Какая мне капнет на голову. Разочек, да? Угу. А потом отмываться, да. Капает полчаса. Ну, оно будет капать еще 3 часа. Все. Ключик. Отлично. Вернись в семью. А. Отлично. Фильтр, масло. Нет, фильтр еле отключили. И вот сегодня будем пробовать первый раз на протековское масло. Полусинтетическое масло. Такая бутылочка маленькая, прикольная. А вот такая 4-литровая. И сейчас будем пробовать. Сейчас откроем маленькую эту. Фильтр. Налить маслечком тут. Позапаковывали его так конкретно. Вот так, это, наверное, типа вот так, а потом, наверное, типа чпак, вот так. Ух ты! И типа вот так, да? Ой, еще там, смотри, смотри, сколько защиты. Прикольно. Молодцы, да? Во-первых, упаковку сделали. Угу. Круто. О, это что я говорила, чпак. Дай посмотреть. У него запах даже такой необычный. Вроде как и масло. Дай посмотреть. Как-то... Не, нельзя смотреть, надо заливать сюда. Ой, какое оно аппетитное. Ты смотри, сколько туда влазит.
Слышишь, проглодит этот самый фильтр твой. Чего он так много кушает? Он что, жорик-обжорик? Ты видишь, льется. Как в бездну, ох. Так, теперь мы типа делаем вот так. Резиночку обязательно смазать. Сейчас будем вкручивать. Ты смотри, еще и капли надо тратить на резиночку. Хороший обжорчик, да, такой столько съел. Жорик, обжорик. Отлично. Так, все, пошел я вкручивать его как-то. На ручки вытарить. Блин, такая баночка классная, мне так нравится. Такая маленькая. Теперь я отдыхаю. Любимая будет масло заливать. Не, чтобы мне дать маленькую залить, мне дают большую. Как я ее туда иду? Давай, пробуй. Я не могу, я ногти сейчас поломаю. Ну давай я тебе, давай, иди сюда. Нет, я сам. Трёшь. Ну что там легонечко, я его там легонечко вообще... Легонечко попробуй, с этой стороны попробуй. Ну что, легонечко? А? Ага. Ага, все, пшт. Есть, одну сделал. Все, не трогай. Да все, дальше можно. О. Видишь? Молодец. Ты говоришь, легонечко. Это в твоей маленькой легонечко. А у нас по-взрослому все. Да, конечно. Давай. Ай. Есть? А ты отошел, чтоб не это? Да. Давай, бери. Заливай один. Что такое? Неудобно. Чё-то тебе неудобно. Видишь, получается ж. Что такое? Ну я ж не хочу тут вымазывать. Так. Я всё-таки вымазала, накаркала. Тебе еще как ты там говорила колотить этот присадку. Да. Чем издеваться так над моими руками? О. Остатки сладкие, да? Молодец. Ну все, убирай, переворачивай назад. Круто. Вот она где. Да на тряпочку наведись, сколько. Вот. Чуть видишь? Больше, чем на середине. Угу. Ну, в принципе, плюс присадка сейчас. Ну, еще чуть-чуть мы же дольем. Отлично. Давай. Ты же хотела заливать уже. А, ты почитаешь, да? Я уже читал. Да вот ужасно. Угу. Осадок видно. Ну, вот это самая важная часть. Угу. Все, давай, колошмать. Итак, часика полтора. Вот смотри. Угу. Да, ну видно, черная он там. Хренька всякая. Давай, колоти. Разбалтую его. Нет? Он тебя уже давно снял. Вот так всегда. Вот что-то я ему говорю, а он мне, да? Давай. Так опять ты нюхаешь. Ты уже в предыдущий раз нюхала. Я забыла. Давай, лей. Не забывайся. Я не делала, что-то не буду.
Так, масло мы залили уже в коробку. Теперь очередь пришла. Присадочку. Залить. Давай коробку. Сейчас купаться поедем. Ты прям как этот самопоказываешь смертельный номер. Ну надо ж, чтоб все до грамочки сюда попало. Не зря ж мы ж такие деньги платим, не маленькие. Так, а ну тебе там будет видно что-то? Так. И коробочку. Один пошел. Второй пошел сейчас. Мы хотели вычислить, сколько в 20 кубовом шприце. Бутылочка 100-граммовая. Это будет 3. Типа 3,5 шприца. Это 100 грамм? Там 4 были шприца. 4 шприца. Еще есть там, не знаю, да? Ну, короче, 4 полных шприца. Это в одном шприце 250, 25 грамм. Ну, получается так? Да, 25 грамм. Вот и все, вот мы и все. Все? Отлично. Все, теперь получается, ну да, у нас все закончилось. Следующая замена уже будет, ну да, как со следующей заменой масла будет, это уже последний третий этап будет, правильно? Да. Да, ну вот, это все залили, это будет ходить. Через сколько тысяч километров будет следующая замена? Ну, все меняют 10 тысяч, я поменяю через 5-6. Ну, так, все. Супротек рулит. Отлично. Все, всем пока. Не стесняйтесь, ставьте лайки. Заходите к нам на новые видео. Да, пишите нам комментарии, нам будет очень приятно. Будем очень-очень-очень рады. Да. Все, всем пока. Все, пока.